Чем занимаетесь? Я развлекаюсь. Я сам у себя спросил, это не у вас. А вы сам с собой разговариваете? Бывает, бывает. Да. На какую тему здесь общаетесь? Да так. На какую предложу? Я понял. А в чем вы компетентны? Ой, слушайте, я вообще не эрудит. Ну, это хорошо. Это, по крайней мере, если человек это признает, это уже хорошо. Потому что как не зайдешь, здесь одни министры экономики практически. Да-да-да, тут все знают. Историки, лингвисты. Это точно. Лингвистов хватает особенно, маргиналов. Такие вот, знаете, маргиналы есть, такие лингвисты. Ну, у меня с этими разговоры интересные бывают. Серьезно? Ну, да. На тему лингвистики? Ну, и на эту тему тоже. А что такое лингвистика? Я просто не знаю. Ну, это в основном связано с языком, скажем, с речью. А, с языком каким-то одним, да, определенным? Ну, есть же и русский язык, а есть мова. Вот. И мовноговорящие мне начинают говорить, что это великий и могучий язык мова, который на 100 тысяч слов больше, чем в русском языке. Вот. Но, правда, они мовы почему-то не знают, больше говорят на русском языке. Хорошо начали и плачевно закончилось. Скажите Почему? мне, пожалуйста, вот лингвистика, вы сказали, что это как бы язык. А лингвистика не может распространяться на языки или только язык? Нет, и на языке тоже. Почему? А, окей, Не на хорошо. один конкретный язык. Вы что, решили, что лингвистика распространяется только на мову? Я так предположил. Нет, нет, А, что? нет, я, значит, ошибся. Вообще, как говорится. А, ну да, это на все языки, точно, это же лингвистика. А по поводу речи, Ну, речь, что значит речь? Тоже? Речь бывает правильная и неправильная. Да, еще посполита. А, еще речь. Но это тогда не речь, а ржечь. Ржечь посполита. Это уж казуистика, опять-таки, лингвистики речь стала. Вы знаете, в этом вся проблема лингвистики. Да. В Речи Посполитой. Речь. Именно поэтому мы ее не признаем, согласен. Ой, о чем речь в Посполитой? Бля, чё-то я не могу, блядь.